готов. Пойди сюда. Ладно. Стой, сейчас прочту. Huh.
сзади! Let's go.
Даже больше, чем Вейдаргар. Да, сила короля гномов велика. Что с ним случилось? Это великая тайна, даже для сынов Ивальди. Под конец Мацагнир стал вести себя очень странно. Почему? Две Гротика. Те самые доспехи. Он нашел два материала, а третий так и не сумел. Что, думаю, и свело его с ума. Была так нужна эта броня. Что в ней такого-то? Про две Гротикар ходит много легенд. Слишком много. И поэтому сложно узнать про доспехи что-то наверняка. Но все легенды говорят, что эти доспехи дают наилучшую защиту. Очень полезная вещь для короля, которого не любил народ. Но от него осталась только оскверненная страна. Вот почему нельзя доверять легендам. А чему можно верить? Себе, своим глазам, инстинктам. Верить легенде опасно, и этот риск редко оправдан. Ну, как скажешь.
Добро пожаловать в Конунсгард. Хочу убедиться, что вы подготовились. После развлечений безумного короля там осталось много разных мерзостей. Каких еще забав? Ну, разные. Жертвоприношения, чары, магия крови. Раньше у гномов это было сплошь и рядом. От старых привычек трудно отказаться. Давайте начнем. До встречи, друзья.
Нужны 3 входных камня. Чего ты ожидал? Не знаю. Больше порядка, наверное. Может, тронный зал лучше сохранился? Сын, здесь еще один. Старкадр. Ого, сколько рук. Да уж, точно. 6, 7, 8... Это же можно из 4 луков стрелять. Он предпочитал мечи. Глаза-то у него было 2. Тор его немного обкарнал. Он всегда так делает.
Ты слышишь? Нет. Что слышишь, сын? Стоны и крики. Голоса целой толпы. Наверное, старые духи, жертвы безумного короля. И все же звучит зловеще. Голоса все громче. Это как будто... скитальцы. Слышишь, сын? Стоны. Голоса все громче. Это как будто... скитальцы. Нет. Что слышишь, сын? Голоса все громче. Это как будто... скитальцы. Трума! Уже можно идти. Осторожно, сзади!
Погоди, кровавый след. За мной, Атрей. Сейчас вернусь. За троном есть проход. Потайной ход. Ну, конечно. Что за тронный зал без потайного хода? Мацагнир. Сын. Интересно. Пожалуй, стоит записать. То, что ты у него забрал, это, наверное, и есть три ингредиента, о которых говорил Брок. Могу уверенно сказать, что никогда еще мои глаза не видели ничего более странного. Но как Брок и Синдри будут что-то делать из вот этого? Не сбрасывай гномов со счетов. Да, они уроды, но находчивые. Как-то они сделали прочнейшую цепь чуть ли не с кошачьего следа и птичьей слюны. Звучит как полный бред. Но это легенда. Если нужен умный совет, не обращайся к отрубленной голове.
Все было раньше. В свое время Конунсгард был прекрасен. До того, как король гномов сошел с ума. Как он такое допустил? Гном слепо верил в легенду и искал ее, не считаясь последствиями. Вот и результат. Да, ты сказал, доверие – риск. Королю гному не повезло. Thank you.
Нашли легендарные материалы? Невероятно! Встретимся в храме, и тогда мы сразу возьмемся за работу. Я не думал, что увижу тебя здесь. Ведь вы с Броком помирились. Все в порядке? Да, все прекрасно. Знаешь, за эти годы разлуки мы оба повзрослели. Так почему ты здесь? Решил подышать свежим воздухом. Я люблю брата, но он воняет, словно куча навоза. А, говорят, вы с Броком как бы знамениты. Ну, отчасти ты прав. А что говорят? Вы сделали молот Тора. О, да, точно. Йольнир нас прославил. Славное было время. И боги, и короли знали нас. И вместе были силы. И что же? О, ну, долго рассказывать. Вышло так, что нам стало сложно искать искру, понимаешь? Вдохновение — капризная штука. А? О, и не отвлекай меня. Видишь, сколько тут нужно убирать? Я могу сделать что угодно. Ты можешь хотя бы просто поздороваться. Почему ты служил Одину, если он так ужасен? Так ради карьеры же. Хочешь состояться как советник короля, приходится иметь дело со всякими психами. А что делать? Хороших мест мало. Мой первый хозяин был жесток, но с ним я научился прибегать к силе ума, что помогло мне потом на службе у королей и богов.
Я был чуть старше тебя, мальчиком на побегушках и придворным шутом короля фей. По ночам мы с друзьями веселились в лесу. Нас звали проказниками и озорными духами леса. Чего мы только не творили. Дурили встречных людей. И пока нашего хозяина веселили эти проказы, нам все сходило с рук. Но однажды ему надоело, и я понял, что мне пора. К счастью, годы превратили меня из веселого проходимца в образец добродетели, который ты сегодня, собственно, видишь перед собой.